Второй год подряд октябрь в Сибири начинается со снега. Он снова выпал на 2 недели раньше обычного. Ждать ломичам перепадов температуры и в конце месяца, и как скоро в Сибирь придет полноценная зима, расскажет Динара Ганиева. За мокрый снег и минусовые температуры сибиряки должны поблагодарить борьбу циклона и антициклона. Он, кстати, ушел на восток, в сторону Монголии и Китая. И на его место пришла зона пониженного давления. В ближайшие дни синоптики ожидают очередного смещения так называемого ныряющего циклона. Он снова принесет мокрый снег и похолодание. Кстати, октябрь метеорологи Сибири в этом году называют аномально холодным. Средняя температура по региону на 3-5 градусов ниже нормы. В третьей декаде октября возможно еще довольно крупная волна холода, скажем, в интервале до 10-18 градусов мороза. Ночные часы, конечно, но днем градусов на 5-7 теплее. Эта волна холода, вероятно, в период, скажем, с 21 по 25 октября. Первыми среди сибиряков похолодание почувствовали амичи. До конца недели будет пасмурно. С 24 октября ожидается кратковременное потепление. Температура днем от 0 до плюс 4. Осадки. К слову, снег в Омске, как правило, ложится 7 ноября. Но синоптики предупреждают, в этом году перейти на зимнюю обувь придется, вероятнее всего, раньше обычного. Но самая холодная неделя ожидается в Новосибирске. Столбик термометра опустится ночью до минус 8 градусов. Ближе к выходным легкий мороз – до минус 5. На следующей неделе эта тенденция сохранится. 5-8 градусов ниже нуля днем, переменная облачность и небольшой снег. В Томске снегопады прекратятся только к выходным, но вместе с ясной погодой придет и похолодание. До конца недели дневная температура будет держаться в пределах от 0 до минус 2. Однако уже на следующей неделе ночью столбик термометра опустится до минус 13, днем до 7 градусов ниже нуля. В Кемерове станет холоднее к выходным, до минус 5 градусов днем и уже до минус 8 ночью. Постепенно воздух в городе начинает остывать уже сейчас, правда, пока столбик термометра держится в пределах от 0 до минус 5. Мы предполагаем, что ноябрь все-таки будет несколько холоднее нормы, где-то на 1-2 градуса. Причем наиболее крупные волны холода предполагаются во второй декаде и в начале третьей декады. Первая декада более мягкая. Метеорологи называют приходом зимы момент, когда средняя температура за сутки опускается ниже минус 5. И по многолетнему опыту в Сибирь зима приходит в первые 10 дней ноября. Одевайтесь теплее.